Вы хотите победить на выборах? От вас отворачиваются избиратели. Вам не хватает содержательных предложений? У вас вообще ничего не получается? У нас есть решение. Страх. Страх. Средство против плохих результатов опросов и оттока избирателей. С тех пор, как мы в партии «Альтернатива для Германии» стали использовать страх, наши результаты в опросах пошли в гору. Супер! С помощью страха у граждан нам, политикам, гораздо легче протащить сумасшедшие законы о слежке за всеми. И даже мы, левые, теперь используем страх. Эти бесконечные дискуссии с аргументами, с помощью страха все становится гораздо проще. Благодаря страху о правах человека больше никто и не вспоминает. Страх — рецепт, проверенный столетиями. Ничто не помогает избирателям против здравого смысла так хорошо, как страх. С тех пор, как у меня появился страх, я точно определился, кому отдать свой голос. Папа, папа, ты принес страх? А то у меня снова появилось такое чувство открытости к миру. Да, мы следим за сбалансированным страхом. Ежедневная доза страха очень важна для нас. С тех пор, как я принимаю страх, у меня гораздо лучше получается ненавидеть своих одноклассников-иностранцев. Страх. Теперь и в упаковке для всей семьи. У нас теперь гораздо больше страха. Ты думаешь, нам его хватит? Страх. И любой избиратель ваш.